По старому расписанию поезд Москва-Сухум прибывал в столицу к 11 часам утра, а отправлялся в путь в половине третьего. Однако сейчас расписание немного изменилось. Теперь поезд прибывает в Сухум в 3 часа дня, а отбывает в 19:43. Такие изменения в расписании движения поездов связаны с ремонтными работами в Лысогорском туннеле в районе Туапсе. Теперь путь железнодорожного транспорта пролегает не через Краснодар, как раньше, а через Белореченск. Лысогорский туннель, он находится как раз на участке Горячий ключ и Туапсе. И поэтому все поезда, не только пассажирские, грузовые поезда, которые на Адлер и в том числе Республику Абхазию, сегодня все поезда, грузовые и пассажирские, идут через Белореченск. Раньше поезд прибывал по нечетным числам, теперь же будет прибывать по четным числам календаря. Пассажиры по-разному отнеслись к новому графику. Очень даже удобно, нормально. Расписание, то, что изменилось, как раз устраивает очень. Ездию часто. Даже хорошо, что днем приезжает. Даже отлично, что днем. Очень неудобно, потому что в 3 часа прибывает, там ты садишься вечером. Целый день ты едешь, только в 3 ты здесь. Конечно, неудобно. Часто ездите? Да. Изменения в расписании движения поездов временно. Ремонт в Лысогорском тоннеле завершится в конце апреля, после чего движение железнодорожного транспорта будет организовано по прежнему графику. Кугуцова Ардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.